Совсем скоро будет 14 февраля, поэтому я подобрала тематические предметы, по которым мы сегодня постучим, пошкрябаем, пожмем в тематику Дня всех влюбленных. Это будут красные, розовые тона, сердечки. Надеюсь, что вашим ушкам будет приятно и хорошенечко. Не, вообще это баночка, которая вазочка. Очень вкусно пахнет эту розочку с баночкой, где написано «Любовь, я дарю тебе, чтобы всегда с тобой были красивые цветы, вкусные запахи и любовь». Держи. К сожалению, звук довольно не слышно, но хотя бы так
свяжешь. Thank you.
мне кажется, это просто волшебное меховое облачко.